специальное предложение только сегодняшнего дня. Это прекрасный шанс полностью поменять свой имидж. Только представьте, в новогоднюю ночь вы подходите или заходите в комнату, где все уже сидят за праздничным столом, а у вас абсолютно новая стрижка, у вас новый оттенок волос. Американский бренд Harry Tail с 1974 года создает самые качественные и доступные по цене парики, потому что мы с вами обожаем меняться. Женщины очень любят разные прически, но не всегда у нас есть такая возможность. Harry Tail создает для вас уникальную возможность. Это настоящая сказка. Короткие прямые волосы – это главный товар дня. Парик от американского бренда. Цена только сегодня 1199 рублей. Такой цены еще не было. Парики, между прочим, стоят по 70 тысяч рублей. Вы знаете, да, что многие знаменитости парики носят на постоянной основе. Потому что красные ковровые дорожки, постоянные папарацци, которых снимают с различными прическами, ну, знаете, не наукладываешься, как говорится, потому что фен и щипчики там, допустим, да, или какие-то утюжки влияют на состояние наших волос. Так вот, если вы недовольны состоянием своих волос, они у вас выпадают. Если вы понимаете, что волосы жидкие, очень сильно густота потерялась, да, у вас большие проборы такие, проплешины даже на голове, то парик – это супер вариант для того, чтобы ваша прическа всегда была идеальной. Это самый легкий способ преобразиться без риска для волос. Надеть парик, сделанный из неотличимых от натуральных волос. Удивите своей новой эффектной внешностью. В особенную ночь, в новогодние праздники решитесь на то, о чем вы мечтали всегда, но, может быть, боялись. Роскошный парик, который моментально изменит ваш образ, добавит ему лоска, стиля, молодости, а также подарит уверенность в себе. Смело экспериментируйте. Сегодня ничего не бойтесь. Если вы мечтали всегда о короткой стрижке, но боялись остричь волосы, или вы наоборот сейчас с очень короткой стрижкой, а хотите, чтобы они были подлиннее, блестящие, натуральные, приятные на ощупь, выполнены качественно. Давайте выбирать ваш цвет. Сейчас на экране парик Harry Tail, короткие прямые волосы, темно-каштановый цвет будет называться в заказе. Посмотрите, как он блистает, как сияет эта прическа. Далее у нас с вами будет блонд самбре, да, такое милирование у нас, такие мягкие переходы, мы получаем с вами всегда такое, знаете, дорогое окрашивание, потому что подобное окрашивание будет стоить в салоне красоты от 5000 рублей. Далее у нас с вами есть вариант более теплый, обратите внимание, в заказе он будет называться русый, такая карамелька, очень приятный оттенок, трудно добиться, когда мы с вами окрашиваем свои натуральные волосы. У нас с вами теплый блонд будет также представлен, это тоже теплая гамма оттенков, которая делает лицо более мягким, более привлекательным. Посмотрите, какой интересный оттенок, теплый блонд. Далее у нас будет представлена коллекция «Холодный блонд» будет называться в заказе, но это без комментариев, друзья. Это стиль а-ля Мэрилин Монро, тоже, кстати, дорого стоит окрашивание в подобный цвет. Итак, у нас будет представлен черный цвет, классика жанра, такое воронье крыло, и цвет, который сейчас шоколадный, очень красиво, посмотрите, смотрится стильно, модно, современно. Всегда идеальная прическа, всегда идеальное окрашивание, никаких отросших корней. Вы выбираете сегодня любой цвет, вы выбираете любую стрижку и получаете совершенно новый имидж. Вы знаете, я вот сегодня надела этот парик и поняла, что мне нравится, как я смотрю с короткой стрижкой. И это еще шанс примерить на себя новый образ. И это главный товар дня. Самая выгодная покупка и самая долгожданная покупка сегодня, потому что женщины мечтают и очень любят меняться как можно чаще. Напоминаю, что это японский каниколон. Именно из этого материала выполнены наши парики. Прочное и реалистичное волокно почти неотличимо от натуральных волос. Сохраняет цвет, густоту, плотность. Мы получаем с вами парик, который не имеет срока годности. Обратите это внимание, срок годности не ограничен. Парик, обхват головы у нас с вами 52-58 сантиметров, еще раз, и это каниколон. Выбирайте. Парики Harry Tail знают во всем мире, и парики бренда характеризуют креативный дизайн, стильный образ и натуральность, то есть, да,
мы получаем с вами парик, который выглядит как натуральные волосы. Давайте посмотрим, как он выполнен изнутри. Это очень важно, когда дело касается парика. Здесь у нас с вами дышащая сетка, которая позволяет нашей с вами голове не потеть, ну, то есть дышать. Это хорошая такая вентиляция. Он у нас слегка эластичный здесь. Специальные крючки, которые позволяют хорошо фиксировать, чтобы там, допустим, парик, когда вы наклоняетесь, был хорошо зафиксирован на вашей голове. Обратите внимание, все очень качественно выполнено. Здесь мы видим с вами ровные стежки, никакие ниточки, ничего не торчит. Ну и сам парик натурально смотрится, естественно, смотрится роскошно, густые, красивые волосы с шикарным оттенком. Никаких отросших корней, никаких жирных волос, никакой однообразной прически год за годом. Мы меняемся с вами вместе с американским брендом Hairytail. Юлия Скворцова, город Тверь. Значительно ухудшилось качество волос, поэтому пока лечу их, ношу парики. Я вам открою секрет, не только наша Юлия из города Тверь носит парики, но и очень многие знаменитости. Да что там говорить, некоторые ведущие телеканала Шопеншоу тоже иногда пользуются париками. Не буду раскрывать всех секретов, но я думаю, вы даже и не заметили этого, потому что парики смотрятся ну очень натурально, как свои собственные густые, красивые, здоровые, блестящие волосы, всегда с идеальным окрашиванием. Слушайте, ну это правда, ведь мы с вами иногда переживаем такие сложные периоды, когда мы не можем с вами бесконечно окрашивать волосы, когда мы не можем с вами быть постоянно с идеальной укладкой. Ну вот вам нужно срочно куда-то выйти. Для этого вы не будете мыть голову или идти на окрашивание в парикмахерскую. Вы надеваете парик, и вот вы уже настоящая голливудская дива. Давайте еще раз вспомним, какие цвета сегодня мы выбираем, какой оттенок волос мы сегодня с вами будем выбирать. У нас есть русый, холодный блонд, темно-каштановый, черный, теплый блонд, шоколадный и блонд самбре. Посмотрите, с такими переходами сделаны, как милирование. Hairytail – это известный американский бренд, образованный в 1974 году Дороти Трейсон. Она решила создать собственную линейку париков, которые бы не уступали по качеству именитым европейским маркам, но стоили бы в несколько раз доступнее. В результате появилась первая коллекция современной женщины, желающей чувствовать себя удобно в любой ситуации, иметь возможность экспериментировать с образом. И уже через 5 лет этот бренд узнали во всем мире. Высочайшее качество, доступная цена. И это главный товар только сегодняшнего дня. Идеальный вариант выглядеть каждый день по-разному.